Снежаночка, ты знаешь, смотрю в сценарий и не верю своим глазам. Дочурка, жена его ждут в Одессе, а он поет. И о чем? А в обручальных кольцах. Ну, сподіваюся, Макс, що нам лише залишається сподіватися, що нашого пірата просто вабить блиск золота, а не щось інше. На сцені Михайло Хворов, метрдотель круїзного лайнера з міста Одеса та чарівна Тетяна Піскарьова. Обручальних колец золота. Пролетали минуты в невесомость, мы попали как будто и едва не потерялись в городе большом. Линии жизни, радиальные ветки, мы как птицы в позолоченной клетке. Мне приснилось, что однажды все будет хорошо. Обручальных колец золота и вечерних наряд дорога. Мы были далеко от земли, мы с тобою друг друга нашли. Обручальных колец золота, сердце бьется в груди молотом. Я прижу твою руку к губам, я тебя никому не счастье в ладони, мы с тобою в нереальности тонем, без остатка растворяясь в нежности своей. Мы не боги, мы обычные люди, и не знаем, что потом с нами будет. Обещаю с каждым часом любить тебя сильнее. Обручальных колец золота и венчальный наряд города. Мы парим далеко от земли, мы с тобою друг друга нашли. Обручальных колец золота, сердце бьется в груди молотом. Я прижму твою руку к губам, я тебя никому не отдам. Мы с тобою друг друга нашли. Обручальных колец золота, сердце бьется в груди молотом. Я прижму твою руку к губам, я тебя никому не отдам. Не отдам. Татьяна Пискарева и Михаил Хворов. Смельчак, смельчак, ведь обычно мужчины рядом с красивыми девушками обычно снимают свои обручальные кольца, а он молодец, поет о них. Итак, жюри. Пані Барбара, як вам подобаються, как вам нравятся наши украинские моряки? А вы моряк? Морячок. Я знаю, что вы работаете на корабле, ну, принципе, а работают, знаете, разные вещи можно делать. Можно. А что вы там делаете? Скажите, я метродотелем работаю, метроди точнее. Еще раз. Метродотель, по-английски называется метроди. Метродотель, судно пассажирское, понятно. Народу много, туристы хотят кушать. Понятно. Мы их провожаем, рассказываем, понятно, что интересного покушать есть. А я думал, метродотель – это слово для тренировки дикции. Метродотель. Метродотель. Ага. Хорошо. Михаил, ну хорошо, что мы сегодня не оценяем, не нужно оценять. Значит, что-то надо сказать, да? Конечно. Михаил, я так смотрю на этот фильм и смотрю на тебя на сцене. Я думаю, что... Ты
ты выступай на эстраде, ты не выступай в фильмах. Они тебя очень плохо сфотографировали. Намного лучше смотришься на сцене. Браво! Спасибо большое. Владимир. Вот теперь я узнаю настоящую пани Барбару, понимаете? Да. Вот такая, да. Неподкупная. Так, я тут у нас вопрос. Кольца золотые, как с голосом, как вы считаете? Да, Владимир? Я подумал, знаешь, вот когда мужик срывается от семьи, поет просто как петушок. Ага. Это всегда бывает, нет, Миша? Когда вы в командировках. Нет, не всегда. Не всегда. Дома тоже так же поете? Ну, стараюсь. Я считаю, что у вас сложилась вполне пара такая, вот, и вы подходите внешне друг к другу, и я думаю, что у вас будут очень хорошие результаты по нашему шоу. Спасибо. Спасибо. Дякуємо. Анастасія, як ви вважаєте, чи впорався Михайло з першим завданням своєї наставниці Тетяни? Ой, Сніжана, в перших строках своєго маленького письма я хочу сказати, що пара обворожительна. Тетяна, ви, голос, ці очі, ці волоси, ця зона декольте, цей прес. Боже мой, о чому тут говорити? Хто-нибудь похлопає, ні? І Михайло. Миша, ви ж серцеєд, скажіть мені «да». Но вы же сердцеед. Да. Я боюсь подумать, какое количество женских сердец в портовых городах Украины сейчас упало буквально в зону... Бикини. Пяток, я хотела сказать, но вы были точнее. Анастасия, позвольте вас перебить. Не Украины. Я по Украине не ходил на корабле. О май гад. По всему миру. Дома не следит, понимаете? Я сейчас попробую договорить, у меня просто самое уже сердце ёкает. Вы просто молодой Юрий Антонов. Просто белый теплоход, зеленая волна, крик чаек. Миша, я вас ждала, вам удачи, давайте, жмите. Боже, Михайло, спасибо. Я не знаю, як ви будете виправдовувати такі компліменти. Ну що ще потрібно для щастя цієї парі, Максу? Я би посоветував вибрати музикальну категорію на наступну суботу. Прошу. Будь ласка, увага на екран і ваша щаслива цифра. Я хотів предложить Тетяні этот вибір зробити, но я все-таки мужчина і настоящий мужчина, поэтому я вибирати буду сам, извините, Тетяна. Бесконечность, мой любимый знак. 8. За вісімкою ховається музична категорія для Тетяни Піскарьової та Михайла Хворова «Золотий фонд». Золотий фонд, і похоже, що іменно на нього ви робили ставку. Як відомо, на кожного моряка на березі чекає жінка. Михайло, вас чекають не тільки на березі, а й у нашому арт-кафе. І яка жінка? Ірма. Ірма, зустрічай, до тебе йдуть заслужена артистка України та почесний пірат нашого шоу Михайло Хворов.